Мы рисуем мифическое животное. Самое умное это у нас будет сова. Начинаем делать его объемным. Для этого мы используем клей-пистолет. Четко по карандашной линии начинаем обводить. Если даже линия получается неровная, то это не страшно, наоборот, придает особый колорит рисунку наивного детского творчества. Вставляем обратно в раму. Самая важная часть композиции. Накрываем полностью фольгой рисунок вместе с рамой и придаем фольге форму. Сразу же подклеиваем. На фольге проявился рисунок. Теперь нам нужно придать немного цвет нашей картине. Для этого мы используем краску акриловую для всех видов поверхностей. В данном случае черного цвета будем немножко давать эффект старения. Стараемся делать только по контуру рисунка, так чтобы линии стали четче. Это лишь один из способов использования фольги в декоре. Не бойтесь экспериментировать, и пусть необычное панно украсит ваш интерьер.